Глинка. Сомнение. О! Всюду деньги. Всюду деньги, деньги, деньги. И в этот момент Григория Степановича совершенно неожиданно посетил отголосок ночного кошмара. Таким образом, наличествуют предостаточные основания полагать, что оба преступления совершил один и тот же, находясь в нетрезвом состоянии, помещик Смирнов Г.С. Ввиду вышеперечисленного, признать виновным во исполнении каторжных работ без права. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. Деньги есть и ты, как барин, одеваешься во фрак. Ты модерн и шикарен, а без денег ты дурак. Ты моден и шикарен, а без денег ты дурак. Денег нет, и ты как нищий, день не знаешь, как прожить. Всюду ходишь, ищешь, рыщешь, как бы деньги возвратить. Всюду ходишь, ищешь, рыщешь, как бы деньги возвратить. Всюду деньги, 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 всюду деньги. А без денег жизнь плохая, не годится.